Проект инициативного бюджетирования «Вам решать» уникален. Активное участие в нем принимают граждане. В этом году инициативные группы и администрация города подготовили 16 заявок на участие в проекте на 2022 год. Все они успешно прошли защиту. Общая сумма для реализации всех проектов – около 50 миллионов рублей. Из них на финансирование предполагается выделение средств 25 миллионов областного бюджета, около 24 миллионов – это средства местного бюджета, и 1 миллион рублей нам как спонсорскую помощь оказывает организация госкорпорации «Росатом». Саровские проекты направлены на благоустройство дворовых территорий и замену дорожного покрытия. В том числе планируется обновить освещение улиц в старом районе города. Хотя многие регионы уже сформировали свои заявки, регистрация на проект инициативного бюджетирования «Вам решать» продлена до 22 ноября. Многие муниципалитеты впервые участвуют в защите таких проектов и не имеют опыта. А количество инициативных групп, естественно, все больше и больше с каждым годом, да, возникает. И, соответственно, не успевает министерство со всеми муниципальными образованиями своевременно и качественно отработать все заявки. Следующий этап – участие в голосовании. Примерно с 25 ноября по 25 декабря всем горожанам представится возможность проголосовать за инициативные проекты Сарова на сайте Министерства внутренней политики Нижегородской области. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.